Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как мы проходим домашний карантин и сколько он длится. Мы вернулись из-за границы в Израиль буквально пару дней назад, и как только наш самолет приземлился, нам сразу же пришло сообщение о том, что мы должны отправиться в 24-часовой карантин после сдачи анализа на коронавирус. Почему 24-часовой? Потому что мы оба привиты, и плюс мы вернулись из зеленой страны. Но нашей дочке, которой 4 месяца, пришло отдельное сообщение, говорящее о том, что она должна выйти в полный карантин на 14 дней, который можно сократить, если на 7-й день сдать дополнительный анализ на коронавирус. Итак, как же развивались события дальше? Сейчас сделано так, что как вы прилетаете в аэропорт Бен-Гурион, вы выходите после того, как получили багаж, только через пункт сдачи анализов на коронавирус. То есть у вас нет выбора и возможности сбежать. Там все перекрыто специальной перегородкой. У меня есть отдельное видео на эту тему. Посмотрите в правый верхний угол, там будет ссылка на это видео. Итак, получается, что мы прилетели, сдали тест и отправились в карантин. Очень интересный момент, что результат анализа был готов через 12 часов для всех нас. Результат был негативный, то есть мы не больны коронавирусом. И согласно новым правилам Минздрава, вы находитесь в этом карантине 24 часа или до получения результатов теста. То есть мы получили результаты, в принципе, могли бы выйти, но у нас день был такой размеренный, спокойный, мы решили отдохнуть после ночного перелета, поэтому все равно сидели весь день дома. И дальше события развиваются очень интересно. Ровно через 24 часа после приземления самолета приходит сообщение моему мужу о том, что он может выйти из карантина. На меня никакого сообщения не приходит, и только спустя 2 дня я получаю письмо на электронную почту, что я тоже могу выйти из карантина. И на нашу дочь в тот же самый день приходит сообщение, что она должна пребывать в карантине, потому что она не привита. Ну, само собой, 4 месяца. Вот. И получается так, что муж мой мог уже через сутки выйти спокойно на работу. Я, согласно сообщению от Минздрава, тоже свободна от карантина. Ну, почему-то оно пришло чуть позже, это сообщение. И наша дочь в карантине. То есть, получается, в любом случае я все равно с ней в карантине, потому что это младенец, и младенца одного дома не оставишь, не выйти никуда. И вообще, то есть получается, мы даже с ней не можем выйти в магазин за продуктами, да, то есть потому что мы обе должны пребывать в карантине, потому что я человек, который за ней ухаживает. Так, далее. Получается, то есть первый день мы прилетели, сдали тест, на следующий день нам звонят и спрашивают, находится ли наша дочь в карантине. Я ответила, что да, что я за ней присматриваю, что мы в карантине. И очень интересный момент получается, что оба родителя, они могут меняться и по очереди быть с ребенком, который находится в карантине. То есть один из родителей не должен, согласно тому, что мы вот какие сообщения получили, находиться в этом карантине постоянно. То есть можно меняться, пересменку, так сказать, делать. Что очень удобно, если второму родителю нужно куда-то выйти. Ну, мы и так, в принципе, похожем карантине уже 4 месяца. Выходим редко из дома, тем более в такую жару выходить куда-то не хочется. Вот, то есть получается, что будет дальше. На 7-й день я уже позвонила в Клалит, это наша больничная касса, и заказала возможность сдать тест на коронавирус для моей дочери. И получается, что Минздрав, он разрешает единственную возможность выйти из дома во время пребывания в карантине, если только вы идете сдавать этот анализ на 7-й день. И в Минздрав звонить не нужно. То есть именно такую информацию мне выдал оператор из Клалита, что просто берешь очередь, приходишь, сдаешь анализ, а звонить в Минздрав не нужно и просить это разрешение. И потом просто ждешь результат этого теста. Если он отрицательный, то тогда можно спокойно выходить из карантина по получению результатов этого теста. Вот, сегодня у нас уже получается 3-й день в карантине заканчивается, или 4-й, уже со счета сбилась, и уже через несколько дней мы идем сдавать анализ. Получается, 16 августа утром мы идем сдавать анализ на коронавирус. Но не мы, а моя дочь, то есть я уже свободна от карантина.
Вот, таким образом все проходит, чтобы вы знали. Еще очень важный момент, я запишу отдельное видео на эту тему, что 16 августа вообще в принципе меняется все. Останется всего лишь парочку зеленых стран, все остальные страны будут оранжевые и красные, по возвращению из которых все вакцинированные, невакцинированные, все должны пойти в карантин. Но об этом расскажу в отдельном видео. На этом пока все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока-пока!